Эко-акция «Мангал-марафон» под девизом «Вкусный шашлык, чистый пикник» прошла во многих парках Подмосковья. Организована Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Цель – организация эффективного информирования и разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов, в особенности в местах организации массового отдыха граждан. К областной акции присоединился и городской округ Зарайск. Площадкой для ее проведения стал парк имени Кирова. Мероприятие посетил директор государственного казенного учреждения Московской области дирекции по обращению с отходами Алексей Капрянцев. Участники конкурса шашлыка удивили гостей оригинальными и разнообразными рецептами его приготовления. Каждый желающий мог попробовать горячий и вкусный шашлык. Главным дегустатором стали молодожены. Всем конкурсантам вручили поощрительные призы, а настроению празднику при дождливой погоде придали выступления творческих коллективов Зарайского округа. Валерий Маркович, Герман Беляев, Анастасия Булатова. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.